снимая лица. Я вас предупреждаю, в отношении вас будет начат административный процесс, или девушку тоже. Давайте снимайте. А представьтесь, пожалуйста, кто вы? А мы что-то делаем? Мужчина, будьте добры, представьтесь, пожалуйста. А вы кто? В отношении вас будет начат сейчас административный процесс, так как у вас действует законная масса. А вы бы не представились. Вы не представились. Но мы же имеем право знать, кто к нам обращается. Вас обращается начальник управления охраны порядка. Вам запрещают называть свои имена? Я назвал свое только имя. Мы не слышали. К вам обращается начальник управления охраны правопорядка и профилактики УУД, полковник милиции Парков. Кто? Парков. А документы у вас же должны быть. Нет. Предъявите. Уля, отойдите, я говорю. Иди на свою остановку и стой. Какой мастер? Там тоже, значит, массовое мероприятие, если эти люди стоят на остановке. Вы меня услышали? Вы должны нас предупредить. Я вас предупредил. Еще мы расходимся. А теперь, если вы через 2 минуты будете здесь стоять, извините. И что? Это ваша проблема. Давайте встанем просто в дистанцию. Я могу с цветами стоять просто так, с детьми. 4-15 минут. Кадровый, пожалуйста. Вот так у нас все происходит.